течение трех дней абхазскими студиями гуманитарных исследований проходила конференция, международная конференция на тему «Война и мир в истории Кавказа», посвященная 20-летию победы народа Абхазии в Отечественной войне 92-93 годов. К нам для участия в работе конференции приехало свыше 40 ученых из разных регионов Республик Российской Федерации, а также Армения и Эстония представлены по одному ученому. Ну, тематика была самая разнообразная, она касалась разных вопросов, разных периодов истории народов Кавказа. Было несколько докладов, я имею в виду иногородних, иностранных участников, посвященных Абхазии. То есть это тоже, собственно говоря, новшество. Мы убедились в том, что ученые, особенно в России, интересуются историей Абхазии, разных ее периодов и, естественно, современности тоже. Вот, в целом работа прошла, я могу сказать, очень плодотворно, потому что в ходе конференции состоялся обмен мнениями ученых. Некоторые сверили позиции, выявилось много документов, над чем работают ученые, особенно в России, то, чем мы не располагаем. Одним словом, можно сказать, что мы удовлетворены результатами работы этой конференции. И самое главное, значит, налажены со многими из них новые контакты, новые знакомства. Я думаю, что это тоже будет плодотворным сотрудничеством в дальнейшей нашей работе.